собрались здесь, чтобы поздравить вас, наших любимых тренеров, персонал, атлетики, с наступающим... Ух, все, ура, молодец! Это не одно. Ладно, поставим на репит, я могу повторить, ничего страшного. Собрались, в общем, поздравить с Новым годом, с наступающим. И приготовили вам маленький подарочек. Но, как на елке, на любой елке, понимаете, вам надо будет что-то сделать, чтобы получить подарочек. Мы готовы. Готовы, да. Кто на что гораздо? Я вот думаю, что, наверное, самая первая, наверное, у нас пойдет Виктория. И, так, все, может, если это будет творение, можешь сесть не на коленках. А если это будет что-то другое, ты можешь, ну, как-то по-другому себе показывать. Вик, доставай. Давай на коленку хочу. Ну, давай. А Дед Мороз? Я Дед Мороз. Я Дед Мороз. Дедушка! Так, на тебя смотрят. Так, пожалуйста, Вичка. Давай. Что мне говорить? Рассказывай эти творения. Садись на шпагат, отжимайся. Все, что ты умеешь, показывай. А вот это не прокатит. Так делают Илза всегда. Ты такая, Илза, не знаю, мы такую, ты рассказывай. А, на самом деле я в шоке. Ты в шоке, да, хорошо. Приятно, в шоке, ладно.